Ты знаешь, Леша, иногда для достижения успеха требуется упорный и кропотливый труд, а иногда достаточно одной лишь удачи. Да, Ира, композитор Оскар Фельдман, например, сочинил мотив песни «Ландыши» всего лишь за 15 минут. Отдал песню популярной певице Гелене Великановой, и уже через 2 недели ее напевала вся страна. Алянка Грыв и Максим Маринин готовили свой танец целую неделю. Посмотрим, какой результат будет у них. Встречайте на льду актриса театра и кино Лянка Грыл и 5-кратный чемпион Европы, 2-кратный чемпион мира, олимпийский чемпион Максим Маринин. Мы выбрали композицию «Ландыши». У нас будет очень такой искристый, ясный, светлый номер. Вообще в другой стилистике абсолютно, в другом характере. Это будет интересно попробовать изменить совсем настроение. Сейчас 50 ведер и золотой ключик найдем. Тебе не кажется, что это истерика какая-то? Сложность будет именно в том, чтобы держать этот ритм. Вот. А с нашими, так сказать, габаритами это будет для нас сложная задача. И раз, два. Знаешь, у тебя не получается, потому что ты делаешь. И остановилась, у тебя нету вот этого. И сел. Мы такие вот два длинных жирафа, которые танцуют. Два длинных грациозных жирафа. Очень грациозных, да. Руки. Только не мух отгоняй. Подожди, не надо вот это. Бабочки уйдите. Круг руками. И сели. Да. Только когда садишь, спинку не бросай. Желаем, чтобы тебе, чтобы у нас, мы вышли на старт с хорошим настроением. Было зажигательно. Да, и смогли его передать нашим дорогим зрителям. И родителям. Но они такие милые. Ландыши, светлого мая привет. Ландыши, белый букет. Пусть не ярок их наряд, но так нежен аромат. В них весны и очарование. Словно песенка без слов, словно первая любовь. Словно первое признание. Ландыши, ландыши, светлого мая привет. Ландыши, ландыши, белый чувства иногда, у меня другое мнение. Верю, будешь каждый год, пусть хоть много лет пройдет, ты дарить мне не весеннее. Ландыши, ландыши, светлого мая привет. Ландыши, ландыши, белый букет. Как же хороша сегодня Лянка Грыл, такая красавица. Конечно, ей намного увереннее чувствуется на льду, когда партнер ее держит.
когда она касается партнера. Но я думаю, что уверенность еще придет. А вам, уважаемые телезрители, я хотел бы напомнить, что в первые 4 этапа ни одна из пар из нашей программы не выбывает. А вы, пожалуйста, не стесняйтесь. Голосуйте за ту пару, которая понравилась вам больше всего. Ваше мнение будет решающим в нашем проекте. Не, ну особо видно не было. Лянка Грилова и Максим Маринин. Оценки за технику. 6-0, 5-9, 5-9, 5-9, 5-9. Средний балл 5,92. Оценки за артистизм. 6-0, 5-9, 5-9, 5-9, 5-9. Средний балл 5,92. Общий балл 11,84. Игорь Анатольевич. На мой взгляд, Максим так профессионально вел этот танец, поэтому, может быть, он и показался легким, потому что просто он с легкостью поправил ее в поддержке, как ему надо, было, как ему было удобнее, ну и там некоторые вещи. Этот номер был светлый, с потрясающей улыбкой, которая не исчезала во время любого сложного элемента. Это было... Воспоминания о весне, к сожалению, ушедшей. Спасибо вам. Но она же вернется. Стас, сегодня у Максима очень серьезный тыл в виде его детишек и любимой жены. И также сегодня пришла еще поддержать Максима Маринина его бывшая партнерша Наталья Подольская. И все это в совокупности, может быть, и дало ту легкость, с которой он порхал здесь вместе с Лянкой. Ну, во всяком случае, получилось очень органично по отношению к музыке, потому что эта песня, это был такой эстрадный советский хит 60-х годов Оскара Фельдсмана. И получилось вот и по костюмам, и по легкости, по настроению. Мне кажется, удалось, все очень здорово. Это все-таки, знаете, большая работа, чтобы так получилось. Спасибо. Татьяна Анатольевна, получилось у ребят? Получилось. Ну, расскажите, что вы записали там себе? Записала, что местами не музыкально. Потому что трудно держать этот ритм просто. Ну, начали очень легко. Легко, показали катание, ну, в разные стороны. Конечно, у нее очень способные ноги, очень. Ну, можно разнообразить это катание. Но, честно говоря, что местами... Вот прекрасное было вот это вот, когда она летала, да, музыкально. А потом даже поддержка была немножечко не в музыку. Вот, так что мой совет – смотреть за элементами, которыми вы можете просто здесь покорить. Потому что никто изначально не имеет вот такого катания потрясающего. Спасибо, Татьяна Анатольевна. Я уверен, что у замечательных ребят, у Лянки Грыевой, Максима Маринина, еще будет шанс покорить и техничными элементами, шанс. И музыкальностью. Есть шанс. Вы такие легкие, озорные, потрясающие, Максим. Но мне почему-то показалось, что не хватило техники. Ну, просто хотелось показать немножко другую Лянку, другие стороны ее таланта. Возможностей. Просто первый номер был действительно такой катательный, а этот был темповой. Поэтому хотелось показать, что мы можем и так кататься. По-разному. Лянка, скажи, пожалуйста, ты вторым этапом удовлетворена? Да. Можно чуть-чуть сейчас войти в этот ритм, темп. И, в общем, мы будем удивлять, мы будем развиваться, мы хотим работать в разных жанрах. И это очень интересно, и я очень довольна сегодняшними оценками. Спасибо вам большое.